Всем привет! Я недавно проснулась. Проснулась я от звонка воспитателя нашей группы. Короче, звонит она мне и говорит, что мое видео настолько понравилось, что наша заведующая детского сада решила мое видео выступить на конкурс между садами. Короче, я так рада. Жалко, что я вам не могу его показать, но кто уже его видел, его оценили. Понравилось. Сейчас я собралась и идем уже в деревню. Собираемся, идем в деревню. Я сегодня с 8 утра на ногах, потому что там немножко переделала видео. Вот. Так что желайте удачи нашему саду, садику, чтобы мы победили. Сегодня накрасилась по-новому, решила тенями воспользоваться. Вот. Накрасила немножко по-другому глаза. Захотелось немножко яркого, немножко еще опухшее, потому что вот сколько тут времени прошло, как я встала, и до сих пор еще потекла. Так, покажу вам, чем я красила. Здесь половину уже нету, половину я растеряла. Красилась я вот этими тенями темно-серыми. Немножко пустила вот такого, совсем чуть-чуть, как для блесточки. И нанесла румяна. Вот. Так, у меня кисточка, смотрите, какая. В каком состоянии кисточка? Офигеть, надо ее заменить. Купить новую. Вот орифлеймовская тушь. У меня карандаш для бровей, но я им не пользуюсь. Я пользуюсь, где у меня? Вот, орифлеймовскими тенями для бровей. Я вам уже про них рассказывала. Очень классные. Вот. И на губы сейчас нанесу вот такой блеск Coca-Cola. Очень классно, мне нравится. Сладенький такой на губах. Прям кока-кола. Такие дела. Ладно. А, чемоданчик сейчас сам этот сам покажу. Сейчас это у меня, вот это все у меня лежит в сумке всегда. Потому что это на работе надо подкраситься. Еще здесь много чего растерялось. Не знаю, куда я это все подевала. Не пользовалась очень долго этим чемоданчиком. Тут решила воспользоваться его. Это свекор привозил с Парижа. Он ездил туда. И, ну, по работе. И вот привозил такой набор. Прикольно. Кстати, это вся косметика тоже оттуда. Ну, естественно. Вот такой чемоданчик. Прикольно. Да, у нас дождь. То есть шашлыки у нас будут под дождем. И опять у меня болит голова. Все как всегда. Но надеюсь, все пройдет. Хотелось бы, потому что третий день болит голова, и я уже не могу. Я что-то на голове сделаю. Это я так быстренько завязала хвост, чтобы не растрепанно сильно быть перед вами. Подожди. Ну, в смысле? Коромысли. Так, спрятала? Да, спрятала. Какого каяки? Тихо, тихо, смотрите, не упадите. Нет, я ее... У меня камера была не протертая. Да! Да! Арина, пойдем в кабинет. Да! Беги, беги отсюда, беги. Беги, Арина, беги. Беги, беги. Не туда. Ну туда, беги, Арина. Не туда. Как этот тебя вселился? Обоссышься.
еще. Давай. Че, Никитка по карманам пошарится. Че, посадили, Никита, вы картошку? Че? Картошку посадили? Давно. Я сейчас фонарики. Фонарики на воздушном шарике. Тихо там. Учиться уже кататься на педали. А он в этом доме живет, да? Он живет вообще на другой улице. Маска. Да. Папа уже покраснел, Арин. Тянем. Все, хватит. Нет. Да. Все, ничего, но не считай. Бойня. Бойня. Не на жизнь, а на смерть. Головой. Дядя, он сейчас уже посинеет скоро. Все, хорош, идите все в комнату. Гася. Достаточно. Все, привет, подписчики. Подсела на этот завтрак. Каждое утро теперь завтракаю так. Утро, в смысле, когда я выходная. Когда я на работу иду, я завтракаю на работе. Вот, пойду завтракать. Кофе закончилось. Блин, сейчас пойдем в магазин. Надо кофе не забыть купить. Вчера пошла в магазин, забыла кофе купить. Буду сейчас чаем завтракать. Вот этим утром. И Арина со мной, да, будет со мной такое? Будешь кушать, солнышко? Всем привет! Тише, горячо. Всем привет! Привет, привет. Ты будешь это кушать со мной? Ну, дай я поговорю с ним. Ну, говори. Всем привет! Сегодня я водить под ящику, у меня двое ящик. Я должен, я каялски не повезу. Я Борюсу повезу, а то одну ящику выстрою. Ребята, я за вам показываю йогу. Ты маленький йог? Класс. Ну все, до свидания. Говори всем пока. Мама, Арина, вот такие вот кроссовки. Покажись бочком. Бочком. О, говорю, не задом, а бочком. Бок покажи мне. Вот. Дешевый, 300 рублей всего на сейчас ходить, бегать по двору, потому что она обувь, конечно, убивает только так. Она почему-то носы вот эти не поднимает ноги, а вот так ими шкрябает, короче, по полу. И все кроссовки, что я до этого ей купила, все у нее обшкрябаны. И вот купила ей такие тут резины, и не жалко 300 рублей сейчас гонять на том же самокате, на велосипеде учиться кататься. Ну, это не сейчас, а сейчас, когда совсем потеплеет. 300 рублей, считаю, нормально. Ну, естественно, все купила в детском мире на заказ. Смотрите! Заказывала. 26-е можно было бы, кстати. Ну, ладно. А главное, что не маленькие. Сегодня... А так они без скидки 700 рублей были. Вы стояете? Сегодня Новый год, и мы... Как домовенок, Кузя, расчешись! Я? Не, ну мы расчесываемся, вы не думайте. Но хвостики мы сейчас не вяжем, потому что я вам уже рассказывала. Не знаю, выложила я уже это видео или нет. Ходили мы в парикмахерскую, нам сказали не завязывать хвосты ей, потому что волосики еще такие слабенькие, чтобы они были нормальные, крепенькими. Ну не надо руками, что делаешь? Расчесывать не надо. Ой, хвостики не надо. Но она все равно все лохматится. Лохматится, моя девчонка. Да ты, лопаткой. Ужас!
Ужас!